Экологически чистую продукцию представят на фестивале сельского бизнеса. Тутейшая господарка пройдет в эту субботу в Колодищах. Посетителям предложат попробовать множество блюд, приготовленных фермерами. В их числе маринованные перепелиные яйца с куркумой, органически чистую капусту кейл. В ассортименте также мед, сыры, зелень, ягоды, фрукты и овощи. Фестиваль уже стал традиционным. Он проходит в рамках проекта «Зеленое сельское хозяйство без границ» и входит в программу трансграничного сотрудничества Латвии, Литвы и Беларуси. Подобные экофорумы планируют проводить как в регионах, так и за рубежом. Ряды спасателей Минского областного управления МЧС пополнили новобранцы. Более 40 бойцов присягнули на верность Родине. Торжественное мероприятие прошло на мемориале «Курган Славы». Некоторые из будущих спасателей смогли пройти боевое огневое испытание в первые дни службы. После присяги участники церемонии возложили цветы к мемориалу в дань памяти погибшим во время Великой Отечественной войны. 25 июля белорусские спасатели отметят День пожарной службы. Мемориальная выставка памяти народного художника Беларуси, лауреата государственной премии Орлина Кашкуревича, открывается сегодня в Национальном художественном музее. В этом году мастеру исполнилось бы 90 лет. Орлин Кашкуревич оформил более 200 книг отечественных и зарубежных авторов, крупнейший мастер книжной иллюстрации и один из основоположников школы современной белорусской графики. На выставке в музее представят более 100 экспонатов в техниках афорта, литографии, рисунка тушью и даже акварели.